Блядь, так смешно, народ укус проебывает, ссылка, это пиздец. Я подумал про укус. И? Сейчас на палетку сяду. Всего тебе хорошо. У меня нет палетки, прикинь, пойду так. И что? Что надумала рассказывать? Сейчас посмотрю, где так, это у самого черного храма. Счастливого пути. Ну да. Проявляй. Ну, короче. А, ну что, РЛ, если он танк, ему как бы делать нечего, ротацию прожимаешь. Можно по ходу дела, вот как Олег говорит, типа станы по команде, он до того, как вальки схватят, людей говорит, кто какую станет. Вот так же можно. Допустим, словил кто-то укус первый, ему говоришь, кусаешь такого-то. Потом укус же на людях минуту целую висит. Ты за эту минуту можешь миллион ников назвать. Конечно. Я бы так и делал. Если бы у меня получил укус первый хант, я бы сразу сказал, хант, кусаешь второго ханта, если он есть там, да, или кусаешь задума. Дальше укус передал, говорю дальше. Хант, смотрю на рекаунт, да? Там, допустим, Гурский, кусаешь мага Турбойса, а второму, которому передал, допустим, Лок Задум, говорю, Лок Задум, куда кусаешь приста мульти. Все. Правильно? Правильно. Потом, когда 4 укуса появилось, я говорю, Гурский, кусаешь сову Андриага, маг Турбойс рядом с ним, кусаешь Лока еще одного, Лок Задум, кусаешь там еще какого-нибудь приста, блядь, да, если он есть, или мага, и того, которому укусил, вот, ему тоже сказать, то есть, в принципе, ты много будешь говорить, только когда уже 8 укусов будет. Я бы так и релил. Говоришь тупо, кому укус передавать, потому что пусть люди, блядь, всекают, пусть не отвлекаются. Ты на танке, нахуй, жмешь свой агромакрос, там одна кнопка, это ебаная, блядь. И делать нехуй там. На танке твою. И все, правильно? Это гениальная мысль. А? Мысль гениальная. Не понял. Мысль гениальная? Угу. Ага, да, гениальная. Напомню, гениальный был лайш лет 5 на циркуле. Когда свои рейды водил, я так говорил, как кусать. У нас, правда, на 8 укусах лана падала. Здесь нужно побольше. Здесь нужно 16. Здесь нужно 16. Там у нас на 8 на 10 уже падало. Теперь, где полетка эта ебаная? Ну я так, знаешь, думаю, если люди оденутся, чешки все оденут, то этот мастерол тоже 1012 начнет давать, я там 1012-13, тогда он правда будет на 8 укусах падать. Ну да. Не, ну когда ДПС будет 14 плюс у каждого участника рейда, тогда, блядь, все будет ништяк. У нас сейчас рейд был. Сколько там, все дают выше 10, это уже хорошо. Но 10 это мало. Нужно будет 12 больше. Чтобы на лича ходить, хотя бы в геру, нужно 12 больше. Когда... когда поднимут гир, научатся, блядь, и руками играть нахуй, а не донатом, тогда все будет падать. Холи пал первый на лане, когда такое было, блядь? В дарках кто первый был на лане постоянно? Шам и Эрдру. А там по-разному. Ну, в основном Эрдру, потому что они хотают. И ДЦ абсорбил, блять, как Эрдру, нахуй. Там баф 30%, не забывай. Ну тут усилки тоже есть, не забывай. У тебя персонаж уже сильнее твоего циркулиста, если их поставить в ряд. Ну вот, с тем же шмодом, то циркулистый перс будет сильнее по силе, там, по выносливости. Усилков-то нету, блядь. Вот и все. Че, где я там мало? Вот какие-то душегубы. Листовые показывают? Какая-то ксири стоит, что за ксири? Пока не могу. Такая вообще.
А, привет. Нару вас не забуду здесь. Я тут мобы с ними здесь. Они не должны такими быть? Нет же. Какой-то гон. Они 9-70. Это специальные сибирские мобы. ФС не показывает, надо было. Где мой волшебный на разбах аккаунтах? Вот. Так, что там по оружию? У меня одно оружие. А сколько надо? А надо... Надо 5. А, подожди, так раздробись на ее наковальне, оружия там мало. Может, одно и надо? Давай посмотрим, будет вот так. Не будет. А ну тогда 5. Не достаю слишком далеко. Ну, не показывают, да. Какой мог это. К этому даю трешку, даю. Ага, утонул там, блядь, под шумок. Сука, я бежал к нему, блядь. Сейчас я лутану пока будет, да? А, спутно. Короче, бей сам. Блять, а? Прощи, лыга. Наебать не удалось. Как я думал, сейчас... Я по мобам бью 13 тысяч просто. У меня вот лично сколько? 3 белые атаки мисса. Белые по... еще крит 4,5 летят. Короче, помогай мне, пойду, пока мобы не того. Надо подождать. Блять, серебряные монеты. 3 оружия. Как я люблю рейд. Такой суперизичный класс просто пиздец. Все умеет, нахуй, все может. Седланьки, хуяньки. Миллиард сейв. Сколько у тебя оружия? 4. У тебя 5? Ага. Прилетим за строгой, ебаный. Пойду-ка я полеточку здесь открою. Вроде есть, да, где-то? Где-то показывает. Она показывает флажки такие. Так, запределье Орда. 11-я Алтарь Шатар. 12-я Святилище Звезд. Ага, вот алтарь. А другая внизу, по-моему. Они, по-моему, аликовские, если я не ошибаюсь. Запределье Орда. Да нет, вроде. Ну аликовский вон цитадель Гомового Молота. Так это да, я знаю. Еще Ордынск, он где деревня Призрачный Лун. А оружие это триполы где? Кильдонасе? А оружие, да, на Кильдонасе. Короче, здесь нельзя полетку, это аликовская вот здесь сверху.
Почему-то, блядь. Как так-то, нахуй? А, тут вообще полетчика убили. Но они не наши, ладно, что посмотрю внизу. Святилище звезд. Есть полетка? У вас недостаточной репутации, или вы не давали клятву верности правительству? Так. Нужно перстни, фолианты тогда фармить, чтобы пробиться. Хотя, с другой стороны, смотри, товар. Там, по-моему, есть какие-то трини, да? Шеи вроде. Еще оно наносит дополнительный урон от магии тьмы, если у тебя с алдорами репа. И от магии света, если с провидцами. Вроде так, там есть какие-то трини. Тут репа тоже заточена на эту хуйню. Знаешь, чем можно еще хорошо нафармить? Глаза Василиска продавать, которые в шатрах занимаются. Они тоже дорого стоят. Ну, я открыл полетку. У меня проверка, репутация, скажу. Где он? Провидцу у меня дружелюбие. Долго еще сидеть будешь? Если что, квесты поделаем. О, нихуя, 250-го пристав взяли, блять, в игру, в гильдию, нихуя себе, четвертый. Где это делать-то, вот эту хуйню? Какую? Корень острого шипа. Острогорье. Хуй, значит, найди. Так, что там? Так. Марна. Уступ острова шипа в запределье. Открываем карту. Уступ острова шипа. Ну и где он, блядь? Полуостров. Полуостров? А, точно. Ну, недалеко здесь. Ладно, дойти туда, пока еще я полетку открою, в тиракаре догоню тебя. Одно там квест запишешь свой. Форт Камнеломов. Блять, лечу мимо тирашишек, мимо всего нахуй. Знаешь, чем еще легко можно фармить? Так адамантитовые руды за 50 голд можно продавать. Женя шипы. Шипы 250 у нас гильдии, слышишь? Круто. Я вот думаю, боец взять, кого взять? Может, Лока взять? Там все понабирали этих персов, блядь. Умни еще оставили. ДК, ДК качать надо. Может, ДК удалить, блядь, ДК себе взять нормальную, блядь, с этим шмотом, а? Что скажешь? Да можно на этого быстро встать. Что можно? На этого использовать. Этого на кого? Ну, это же есть ДК. Ну и чё? Ну, его используют. Он же 55-й. Ну и чё? Как на него используют? Быстрый старт на него можно использовать? Ну да. А как? Ну, выбрать персонажа и всё. Выбрать персонажа? Я не понимаю. Ну ты нажимаешь быстрый старт. Там написано. Выберите профу, хуёв, всю эту залупу, выберите персонажа там, и ты его выберешь, и всё. А, то есть он автоматом у меня 80-й будет, да? Ну так,
Ты же не можешь создать бэкап первого уровня. Понятно. Просто смотри, у нас ДК, блядь, реально нету нормального гильдия. Миксурка съебался, наверное, на все лето. Ну, мне кажется, я буду единственный нормальный ДК. Что насчет меня? Ну, я не знаю, как ты ДК играешь. Вот и я не знаю. Че делать-то, ёбана в рот? Тут какая-то земляная насыпь. Такой острого шипа нужен, да? Как его, блядь, достать, делать? Клуб острова шипа, 5 корней, блядь. Ты где вообще? Тут где-то. Так, 5 корней. Ну, давай искать, блядь. Че вы тут за... Во, во, железа острошип. Да хуя. Посмотрим, что вы... Я 81 мог ебать. Там специальные сирусные моды, да? Специальные. О, что-то упало. Железа, старшип, живой. Бросок железой за находящегося поблизости разрушителя острова Шип. Угу. Так, ну что, давай-ка кинем, где он тут разрушитель. Ебаный этот. Ты не... А чё надо? Корень. Найду этого лютого мо... Пойдем найдем этого второго моба. Попробуем кинуть. О, смотри. У меня две железы. О. Нашел? Нет. Подожди, дай попробуй кинуть. Бей, подожди. Бля. Не, не работает. Я тебе говорю, этот дрочник. Правильно предупреждал, что ты полетишь, охуеешь, будет, плюнешь на все и отменишь его. Ну ладно. Так, астрошип. Может, квест надо почитать? Так я читаю. Уже третий раз, блядь. Добывать его нелегко, но я знаю особый способ его выкапывания. При помощи желез, астрошипа живодера можно контролировать разорителя и использовать его для выкапывания корней. Разоритель — это вот этот маленький. Где они? Вижу астрошип и пустошитель, только где разоритель? Ну разоритель — это, блять, маленький моб, ёбаный, блядь. Ну где они? Нашел их? Маленькие любые мобы. Вот эти астрошип, а пустошитель. Вот он мне в зеленого превратился. Смотри, сраные пришли, блять, сраные пришел приз. X5 сраные. Делать, как им управлять теперь?
О, нихуя, смотри. Смотри, за мной идет моб. Любая. Чё? Ой. О, видишь? А в кого ты кинул? В Увидел этого такого мелкого? же. Кинь Ну-ка. мелкого. Ну-ка нахуй, иди сюда. И чё, куда иди? Пойдем поищем кучку земли. Пойдем. Возле земной насыпи. Ну, вот эти кучки, которые были изменены. Вот их надо выкапывать. Ну да, геморрой, конечно. Достаю. А мой моб где? Он не бежит за мной. Ты нажми следовать. Надо подождать. Ну, нет. Ты его где-то оставил? Не знаю, где он. Сейчас возьмусь другого. Другого, ну. Он не кидается, не хочет кидаться. Должно. Такой же мод. Ну-ка попробуем. Значит, не работает. О, появился, ебать. Он понял, он землю то откидывает, и там корень появляется. Ты про что? Ну, моб вот этот. Погоди, ну вот этот брок, что сека. Он не кидает на говно. Сколько, по-твоему, может дать 250 прист? Я думаю, может дать 12. Почти. Да нет. Ну, вот мой моб, и что ему сказать? 1009, да? Там панель управления должна быть. А вот все есть. Подойди поближе. Нужно больше ярости. ДЦ у него есть, точнее. Чего это? Я не понял. Ты квест делаешь, блядь? Не знаю, как ты этих квест этот делаешь. Квест на 2 часа. Больше не буду его. Я 2 куста собрал. Это их собирать. Ну, насыпи такие земляные кучки. Чё? Ты моба-то законтролил? Ну, я 2 кучки только видел пока что. Сейчас где-то еще может есть. Так, ну вот педа она бегает уже неплохо. За тут. Я пока не могу использовать эту способность. Категория за тут. Угу. Категория, блядь, за тупкин. Типа это начинающий за тупок. Продвинут, да, за тут, блядь. Продвинут. Короче, все, я нашел эти корни. Сраная. Прожженный затуп. Прожженный затуп.
короче, у меня копал корень. Блин, ну такой он ответ. Вообще уебищный квест. Я кончен. Зачем мне, блядь, придется тебе его делать? Жалею, блядь. Меня ща убьют. Блять, бабл. Беги, блядь, ебаный урод. Далеко от меня. На три моба. Может двух успею убить сюда в 4 секунды. Хиси лучше. Хиса. Включать свет, отключать. Где эти кучки ебаные, блядь? Бог пиздец, надо подождать. Я не могу использовать эту способность. Сейчас я пока не могу использовать эту способность. Ты сколько кучек откопал? Одну сраную кучку. Я тебе говорю, я сейчас могу ничего не сдох здесь. Как ты закинься. Да, вообще. Каску на себя баф. Я, у меня кулак был, ну каску. Где этот моб, срань, иди копай. Копать его, блядь. Моб кучка, класс. Блядь, моб пиздец. Он спишется, лой был, один затуп в есть ко мне в любом. Я пока не могу использовать эту способность. Мы застанем моба и выкопу. Я растет достаточно. Пока мы достанем. И тушар он в бою не откапывает. Ты захилься, мой, что ты сдохнешь. Ни одна кучка осталась. Нет, три. Ну, изи квест, если никого нет, конечно. Ну, на самом деле, да, если никого нет, изи квест. Так он еще на самом деле должен быть изи, в каком плане мобов должно быть поменьше. Тем более, не смотри, какие тут стоят 80, нахер их столько. Стали бы 20 штук с ресом в минуту, и все весь сервер доволен. Короче, вот я сюда больше не ходок, вот я тебе что скажу по поводу квеста. Кучки эти сраные искать. 80-е мобы эти, ну их нахер, блядь. Ну, Войден. Ретрик, ну да, танк могу. Буду бить их 3 дня. Тебе кучки надо искать, да? Угу. Сколько? Три. Ты на полетке ищешь, да? Да. А, моб же исчезнет или не исчезнет? Три моба. Мне уже похуй на себя. Ой, я нашел кучку. Где мой петушок, блядь, откапывающий нахуй? Где мой копатель, блядь? Сука, блядь. Вот это у меня. Стой, да я своего позову. А. Блять. Это мне кресло. Короче, сейчас своего позову. Все подойдет. Он в квадрате туда. Нормальный пацан. Упал, лежит. Молодец, малыш, типа, да? Да-да-да. Хороший копатель, да?
Вообще. Он мне не показывается, он копал. Нет, я не могу убить. Это надо его завести туда. О, копани. Вонь, пойдем еще. Что можно в одного делать? В каком плане делаешь одного копателя и все кучки по очереди лутаешь? То ебала, блядь, с этим семечками. Сейчас, вот еще одна. Иди смотри. Опа! А я его спиджил. Ага, я поймал этого моба, что мне ударить. А я его приручил как хан, блядь, первого класса. Заправский хан, блядь, приручил моб. Так, еще одна кучка осталась. Сраная, проклятая кучка, блядь. Еще я ебал эти кресты, нах, меня раздражать уже не начинают. Серьезно, блядь. О, нашел. Придется подраться еще. Но мобы раздражают. Пишет, поэтому, блядь, гильдии его научили ДПС. Две кнопки сильнее сжать, ёпта. Сука. Так, выкапывай. Ну, выкапывай, а чё-то мне моб добагался, не копает. Надо валить отсюда. Всё, наконец-то выкопал две штуки. Пошли, Аларан. А в шатрате, говорят, кусты какие-то есть. В шатрате? Кресты, посмотрим. Ну, мне говорили, это мы сколько сделали, получается? Ну, 9 таких, плюс 2 этих, 11. 11 или 12 крестов там вроде. Бля, как тебе заебись летать, а? 250 или сколько там, 208? 208. А ты не накопил, да? Нет. Я это давно еще копил. Ну, понятно, ты же дольше меня играл. Ты еще играл на сервисик. Олег, блядь, там руинил нахуй этот циркуль. Онлайна нету, блядь. Ну слушай, он реально начал проседать, этот онлайн. Даже без Олега было ясно, что онлайн, блядь, хуёвый. Почему? Ты можешь объяснить? Я вчера зашел, посчитал. Ну вот представь, я играю на циркуле с какого? С 2009-го. Ну, 10 лет, ебанулся. Да, это 10 лет. Реально заебал уже сервак. И контент задроченный до дыры, просто ты все знаешь. Единственное, что там можно, это если новым классом поиграть, который не знаешь, это интересно. Все. Но я как бы, ну, пробовал всеми, мне вот не очень всеми, блядь. Поэтому решил остановиться на двух, максимум трех. Ну, вот так, полетели так... на остров. Я дадим. Так и сделаю. У меня вар, мой любимый класс, ДК, там, Мишка, там. Все, классно. Так, погнали сдавать, вот здесь вот где-то сдать. Хуйня это, выкопанная. Какая же надрочная. Почему нельзя было эти кресты сделать где-нибудь здесь? Или просто там тупые админы, сука. Какие-то припасы, что за припасы? Очки доблести, неплохо. Опять, что-то маловато, конечно. Так, какие очки доблести? Какие припасы? Нет, куда? Ну, окей. Тебе дают сумку. Сумку дали. Мне, блядь, башмаки какие-то дали. Тебе дали сумку. Припасы. Расколотого солнца. Вот сумку откроют. Там хуйня. Вот, башмаки из увеченной длани. Распыляй. Давай мне ее распылю. Давай, где-то. А где вот, металл переплавить надо? Не знаю, сейчас. Так, тапки. Сейчас. Плавим. Посмотрим. Так, продают говно.
Погнали искать где-то этих херней. Вот этот кент, который давал, наверное. Ну да, похоже, что там какую-то наковальню надо найти. Почитаем квест. Обычно чтение квестов помогает их прохождению. Здесь. Так, вот я вижу какую-то наковальню. Да? Ага. Ну, так, что тут можно сделать? Клацнуть. Ага, вижу. Один кус. Ну, все, изи. В принципе, если кровь качать, то можно и все поднять. Добро пожаловать. Смотри и выбирай. Эмульсия. Эмульсию выбери. Так, что там на плато солнечного колодца? 350 маны, а это силу атаки берем. Праведное оружие, заебись. Только на одна, смотри. Опять заряд там. Работает на острове Кельданас. Слушай, если тут пить фласки вот эти, смотри, эти, или кому в руку. Если вот эту фласку пропить, и вот эту хуйню, вообще, блядь, бессмертный будешь. Все характеристики на 50. Боевой эликсир. А вот этот эликсир... посмотрим сейчас, стакаются они или нет. Становление 1 секунда, действие 1. Посмотрим, стакаются они или нет. А почему он не увеличивается? Только на плато солнечном колодце эликсир. И работает только на острове Кельданас, на террасе магистров и на плато солнечного колодца. Мы с тобой находимся на острове Кельдана. Это эмульсия. И что? Ну, которая на оружие накладывается. Она разве на оружие? Ну да. Да ты чё, ну-ка. О, в натуре. Накладывается боевое выступление. И чё там? О, и эмульсия на час. Охуенно. Супер. Короче, нужно такое вот чьи-то штуки, когда строят колодца, колодец этот, эти эмульсии будут в почете. Ну прикинь, 800 тап. А они персональные? Угу. Их написано. Используй. Ну попробуй передать тебе. Возьмешь? О, нихуя, передаются, ничего себе. Походу их фармить надо. Походу, да, когда их фармить. Перед открытием БК, я думаю, они будут стоить денег. Сколько они будут стоить денег? Ну, я думаю, по полтишке, наверное. Хотя, если учитывать то, что можно раз в сутки сделать, я бы продавал минимум по сотке. По сотке тупо, чтобы отбить делик. Так что вот это соточка. Соточка голд тупо 5 зарядов. Че, может пойти какую руду пособирать, что ли? Не знаю. Я пошел квесты поделаю, мне тут еще этих караульных надо и подпитку снова сделать. Не знаю, когда там вывод. А если откроют, там вот эти фласки очень ценные.